Приветствую всех на своем канале. Сегодня посмотрел, что удалось отложить из оборота с 5 рублей 2009 года Санкт-Петербургского монетного двора. Не магнитные, получается, старого образца заготовки. Эта монета имеет всего две разновидности. И по аверсу штемпель тут один, штемпель А, вот монограмма СПМД под лапой орла, 2009 год. А по реверсу имеется две разновидности. Одна из них простая, вот простая штемпель S521, и нечастая S522. Отличие простой от нечастой, вернее нечастой от простой, заключается в нескольких признаках. Вот здесь вот эта вот прорезь большого листа у простой монеты более широкая, у нечастой она такая более узкая и менее заметная, так скажем. Сейчас показать. Вот она такая, как видите, такой узкой просечки, полосочки. А здесь у обычной более сглаженная и широкая. Также верхний лист у простой разновидности вот здесь вот заострен слегка, а у нечастой закруглен. И еще один из признаков, это вот у этого вот цветка здесь вот две просечки. У простой они разную длину имеют. Вот это вот более длинная, это более короткая колокольчика. А у нечастой разновидности две просечки, они имеют одинаковую длину. Ну, нечастая, как говорится, не редкая, но если брать оборот, сейчас попробую просечки эти показать. Вот у простой они разной длины. У нечастой, ну, здесь монета из хорошего оборота, так скажем, ну, если не видно, то придется поверить мне на слово, они одинаковые. Вот. Все, что нашлось у меня в обороте, это вот буквально, вот, сколько тут, 6 монет, 5 получается, да. Вот, и из этих 5 монет одна попалась нечастая. Это не из мешка банковского, это именно сдача на магазине. Вот, то есть именно классическое обращение. Ну, санкт-петербургские монеты, они всегда отличаются таким вот именно, что там дольше на них сохраняется штемпельный блеск. Вот, простая разновидность блеска тут еще остатки имеет, нечасто уже утратила конкретно моя монета. Что по ценам? Ну, если вот в таком вот оборотном состоянии, то цена ей где-то рублей 40-50. Если главное, как говорится, чтобы был покупатель, коллекционер, собственно говоря, которому нужна она именно разновидность. Хотя найти ее несложно, если имеется количество монет 5 рублей 2009 года в старом металле, то есть не магнитных, медных, то в этом количестве, как правило, хотя бы одна монетка. Там раньше было вот несколько лет назад, по некоторым данным, что одна на 15 штук где-то попадалась именно вот этого типа. Ну, посмотрел аукцион, предложение, не прохода, а именно предложение. Там, конечно, цены немыслимые. Хороший мешковой сохран, в принципе, даже обычной разновидности, там где-то в среднем 300 рублей, вот, проанализировать все предложения, потому что есть и за 3000 рублей написано UNC, причем простая разновидность, ну там действительно монета просто бомбическая, ну 3000 рублей платить за простую монету, которая в обращении ходит, хотя она и в прекрасном сохране, тоже перебор. 300 рублей можно выбрать, если кому-то надо, вот любит кто-то в идеальном сохране, чтобы лежало там в холдер, положить там какую-то капсулу, то самый вариант. Ну а так вот ценники смотрел,
и 2000, 1800, ну, там, близко к UNC, хотя они имеют массу забоинок, там, если рассматривать по фотографиям, даже видно. Ну, все же. Они часто, я повторюсь, вот 40, 50, ну, максимум 70 рублей цена, если вот с остатками блеска, там, в каком-то оборотном состоянии, тоже все-таки. Это не редко, это, еще раз повторюсь, не часто по каталогу Александра Сташкина. 5S 5.22, а это S 5.21. Вот такая вот линейка, в принципе, вся линейка, две разновидности. Это санкт-петербургские немагнитные, 5 рублей 2009 года. Наверное, самая узкая линейка из всех крупных номиналов 2009 года. Там в каждом номинале масса монет разных и редкие есть. Но вот это вот получилось только две разновидности. Ничего не скажешь о московском этом дворе, там чуть поинтереснее. Но это уже потом пересмотрю, что есть. Обязательно обозрею, так скажем, и покажу то, что удалось выловить из обращения. Может быть, как-нибудь повезет и попадется мешочек с 5 рублями. Но я не заказывал еще, не ходил. Это сейчас в основном мелочевкой занимаюсь. И заказал как-то, правда, в банке вот недавно в одном 1 рубль. Ну, не знаю, позвонят, не позвонят. Жду пока. Сказали, в четверг прояснится, то бишь послезавтра, а потом уже будем перебирать, смотреть. Спасибо всем за внимание. Подписывайтесь, пишите комментарии, отмечайте лайки или дизлайками, какую-то активность проявлять нужно, а то он на YouTube. Все, всем спасибо за внимание.